Вот, друзья, кофешоп. Хочу вам показать снаружи. Тут мотоцикл стоит, если вы видите. Не знаю, вот внутри стоит мотоцикл. Сейчас внутрь зайдем. Такое вот интересное место, нетривиальное. Единственный кофешоп в этом городке небольшом. Так, давайте зайдем внутрь. Вот нас Марина там на Инстаграм, наверное, снимает. Марина, на Инстаграм снимаем? Да, я сейчас буду делать фотку в Инстаграм. Это целое искусство, надо найти все это. Пишущая машина, говорят, не печатать. Не печатать. Ой-ой-ой. Вот такое интересное хозяйство. Да, такое место нетривиальное. Я бы сказал, больше как выставка, да, вряд ли они этим торгуют. Ну-ка, что там, пилотка, пилотка со значками, ну-ка. Знаете что, они их продают, кстати. Сейчас мы посмотрим. А, друзья, как вам вот это? Я надеюсь, вы догадываетесь, что это. Для блогеров, представляете? Такая вещь. А там еще и кинотеатр, смотрите, там люди сидят, вот там кино смотрят. Стульчики. Слушайте, это похоже на Apple какой-то. Ну да, это Apple от первой модели, сам или там последующий. Музеум, а? Sure. Да. Историческая вещь. Железная дорога. Да, ребята. Тут уже не такой офис, понимаешь, что Ямаха. Давайте посмотрим. Вау. Ой, ну, это, я думаю, где-нибудь середина 60-х, может быть, так. А вот и кофешоп. А, это наш кофе? Да, я же. Так, это вас мама снимает. Кофе вообще зовут на Инстаграм. Это для кого она? На Инстаграм. А, это кофе для Инстаграм. Друзья, вы наблюдаете фотосессию. Значит, мать снимает дочь. Внезапный звонок. Ну, бывает, бывает. Да. Машинку какую? Мне сюда повернись. 1917 год. Между прочим, друзья, это год революции. На этой штуке написано военно-морской флот. ВМВ, это военно-морская вода. Дай пройти. Не знаю, что это такое. Пост. Adjustant, Калифорния. А, много значков, но написано 1917 год. Вот такая старая тибетейка. Да. Можно сказать, серьезно. Life так. Member. Вот так. Постой, тут еще есть. Смотри. Не просто так. А я не уверена, вообще можно ли это трогать руками. Можно, это даже продается, Свет. Да ты что? Это все продается. Да. Ну, это не твой размерчик. Это явно не твой размер, скорее на меня. Это действительно тибетейка. Ну, может быть, это на девочек, не знаю, уже больно маленькая. Ну, это как бы историческая вещь, но это... Кемп. Кемп. Ну, про это непонятно, про ту было больше понятно. 64-й. А что на ней на ценнике написано? Я цены не вижу. Это неужели 349? Это даже трудно себе представить. Вот там. Это 349? Да. Это оно не дешево стоит? Да. Ну, за историю надо платить. Подожди-ка. А вот это? А это 917-й.
Подожди, цена где? Это бесценно. Я не вижу цены. Но зато за это за наши американские десантники. Потому у них вот размер подходящий. А, это вот. Это, ну да, нет, но это имеется в виду вот это, вот это. Вот это же она там американская. Ну правильно, не пилотка, а подставка. Welded, запаянная вот это вот. А, да, это $25. Решетка недорого. Пост Джетнт, Калифорния. Ну, тут еще какие-то полезности продаются, это дико. Да. Вот это масла всякие. Бергамот, джинджером, бас и бари. Мылки всякие. Такой забавный магазинчик, обклеенный старыми газетами. Дешево и сердито. Не выпендриваясь сильно. Старые магнитолы. Вот одежда даже. Можно прикупить что-нибудь старое, аутентичное. И всякая такая чепуха. Вот какие-то старые пластинки, если у кого остался проигрывать. Оно подается по цене значков, которые на нем. Да. Он говорит, что вот можно купить за $120. Ну, так себе значки-то. А те значки дороже? Не знаю, я бы взял. Не надо, конечно. Не надо? Сколько этих значков нам не нужно. Ну, конечно. Многие разработали. Ну,